Народ, привет! Привет! Привет, всем привет! Знаете, мы сейчас где? Мы сейчас на стадионе Эляйна, потому что у Сергея Реброва сейчас очень важная игра. Кстати, смотрите, сколько здесь людей. И как пошутила Наташка, где это видано? Мужчины в платьишках, а женщины в штанах, а мы в джинсах. А мы одели джинсы. Так что сейчас идем за бесплатными билетами. Наша диаспора выделила нам билеты. Сейчас будем смотреть игру, вам все покажем, расскажем. Болеем за Реброва и за Эляйн. Эляйн! Нам уже вынесли, смотрите, какой классный стадион. Просто теперь смотрите, вау. Уже вышли на разминку. Ой, мы идем дальше. Все, идем. А, туалетики есть, все нормуль. Помещение. Ищем наши места. Ух ты, большой какой. Вау, hello. Ух ты, вот это да, вот это поляна, красота какая. А вот Женя, наш Женя Семенов, глава украинской диаспоры. Доброе, вот. Представляете? 50 людей должно быть, мы должны как-то так распространиться? 50 это еще мало, если честно. Какая красота. Уже показывают составы. Всего этого состава я люблю вратаря Халид Иса. Он очень долго стоит на воротах здесь. Не меняет свой клуб. Ну, кстати, тут местных, ну, человек 5 где-то местных есть. Нормально. Халид Иса, кстати, местный. Ну что, народ, расскажу вам, что происходит на самом деле здесь. Сегодня наш Сергей Ребров может завоевать свой второй трофей. После кубка он может выиграть чемпионат страны, чемпионат Эмиратов. И наш Эляйн идет вперед на 10 очков от ближайших преследователей. Более того, сейчас мы играем с нынешним чемпионом, с Аль-Джазирой, клубом из Абу-Даби. И мы опережаем его на 10 очков, у Эляйна 55, у Эль-Вахды, Эль-Джазиры и Шарджи по 45 очков. То есть кто-то из них будет второй, третий, четвертый, нам не важно. Нам важно сегодня, если мы выиграем, все, мы чемпионы. Эляйн, наш город, станет снова чемпионом. Кстати, Эляйн в большинстве своем завоевал больше титулов в Эмиратах. То есть это самый титулованный клуб. И, в принципе, шейхи не промахнулись, пригласив Сергея Реброва быть главным тренером. И, кстати, 7 раз подряд Сергей Ребров признавался лучшим тренером месяца. Представляете, он здесь 7 месяцев, и 7 раз подряд наш Ребров лучший. Так что смотрим сегодня, болеем, ставим лайки. Все, слава Украине! Наша диаспора уже собирается потихонечку. Точно сами тоже. Дивись, який стадион. О, Тузе Виктори. Привет. Машем, снимаем видео, отправляем. Ну, как же здорово. 7 лет в Эляйне и первый раз попали на такой шикарный стадион. Конечно же, фиолетово! We are purple, мы фиолетовые! И нам все фиолетово, мы сегодня выиграем! Вон Халид Иса, 17 номер! Ох ты! Ребята-то, болельщики, какой транспарант развернули, молодцы! Да, Элянь, давай, нужна победа сегодня! А это Ребров там? Нет? Да.
Ну вот же он, какой же он лучший! Сергей Ребров! Ой, игра началась! Вперед, Илей! Вперед! Ох, болельщики прям вскочили! Очень нужен гол в эти ворота. Дрон летает, люди играют. Боже, до чего техника дошла? Не подай на камеру. А, это камера. Я думала, дрон летает. Думаю, что он привязанный. Думаю, странный дрон какой-то. Вроде в Эмиратах современный должен быть. Его толкает. Просто борьба, борьба идет. Борьба за каждый клочок просто поля. Вот такая арабская музыка, болельщики, танцы. О, ты же понимаешь, что он бубнит? Да, танцы с бубном тоже. Прелесть. Экзотика. Ну вот так болеют в Эмиратах, я еще не видела. Не, ребята, не в те ворота, в эти, пожалуйста. Давай, давай, Халя, давай. Хорош на мяч, иди, ну куда, в центр. Эй, завалили, завалили. Поливальники Аль-Джазиры или какие-то нету? Я их не вижу, боюсь, что они не приехали. А вот там нет? Ну, может, там чуток и сидит, не знаю. Но они все в кондорах белых, их не опознаешь. Ну, шарфик у них должен быть красно-черный, по идее. С того боку, да? А, вот там вони, ага, це їх. Вони в безпеці. Нормально, судья побежал ВАР смотреть. Кто этот ВАР вообще изобрел? Отменил судья гол. Ёлки-палки, я в шоке. Серьезно? Не злите, Ляйн. Вообще несправедливо. Хорошо. Вот какой флаг у него, просто здорово! Все, расписывает Наташа себя в цвета красивые. Так, здесь все нормально. Все по плану. А ну давайте снова с правого фланга прострел. Ай-яй-яй! Наташа, есть время расписать. Что-то я все забрала. Я валяю. Прикольненько. Да? Да, конечно, меня тоже. Жирную или? Не, очень жирную. Не самую жирную, А там кто-то упал. Все нормально.
нормально, это не наш. Джазира упала, она там давно лежала, с прошлого года. Штрафной ждала. Ай-яй-яй, как так-то не забил? Ох, молодцы, эляйновцы, под мяч ложатся, красавцы. Смачненько, но не попал. Поедем на матч в Баси. Огоньки, красиво, мобильные телефоны пошли в ход уже. Красота. Второй тайм начинается. Все, все готовы. Сергей Ребров готов. Команда Эляйна готова. Да, мы забили третий гол. Все отлично. Отлично. Ура. Супер. Thank you.
забили только что пятый гол, но его не засчитали. То есть 4 гола засчитали, а 2 нет. Было бы 6-0 уже. Кстати, видели, тут сеточку натянули, это чтобы болельщики не побежали. Сейчас рыбку будут ловить, поскольку в прошлый раз болельщики в Абу-Даби вырвались, и сейчас все держат сетку. Потому что если такая толпа на поле побежит, конечно, будет страшно. Ну все, 90-я минута. Давай, судья. Так, где там Сергей Станиславович? А вон он обнимается с первым. Все, да, вижу. Там еще вот кто-то идет, его обнимает. Ребров, 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 Ребров. Оле, оле. Ну, медальки, наверное. Все, болельщики не прорвались в этот раз. Охрана стоит, будь здоров. Хороводик. А какая музыка играет? Качали немножко, я не успела снять. Сергей! Сергей! Вот так болельщики кричат, не Ребров, а Сергей! Сергей! Слава Украине!
ребят, игра закончилась, Элянь стал чемпионом, мы забили 7 мячей. Ну, засчитали только 5, ну ладно, и так покатим. В общем, сейчас идем в раздевалку, пытаемся увидеть Сергея Реброва. Посмотрим, нас пропустят или нет, мы украинская диаспора, должны пропустить, посмотрим. Обратно. Мне только что цветочек подарили, приятно. Местный мужчина подбежал, вручил цветочки и открытку. Так прикольненько. Им где-то раздают. Где-то раздавали цветочки, теперь я с цветами. Приятно. Тебе можно будет Реброву подарить, кстати. А то сюда два дарят. Ой, пахнет. Так, ну что, чтобы увидеть Сергея Реброва, мы идем в отель, не поверите. Покупаем номера, да? Отель Алов. Кстати, надо прочекать, сколько он стоит, интересно. В Эляне мы ходим в Рэдисон. Да не, Глеб. Глеб, тебя не пустят, не. Так, вот такой красивый стадион, кстати. Стадион Хаза. Так, ну вот, наша диаспора идет увидеться с героем сегодняшней встречи, Сергеем Ребровым. Лучшим тренером, одним из лучших тренеров в мире и лучшим тренером в Эмиратах. Наташа, ждешь встречи с Сергеем Станиславовичем? А он Станиславович? Да. Теперь да. Отлично. А прикольно, здесь такие улочки, напоминает, где-то вот мы в Дубае гуляли, да, там где кафе с котиком, где котиком, да, кафе с котиками были. Все уже идут домой спать, 11 вечера, поздно. Ну, может праздновать, кому на работу завтра, кому в школу. А мы идем в отель Алофт. Да. А какой лучший тренер? Лобановский? Ну да. Самый лучший Лобановский. Ну, плюс еще несколько тренеров есть. Ну, если мы говорим о наших тренерах. Нас вообще пустят сюда? Да, конечно. Вот нас пропускают. Ух ты, вообще так, вход перекрыт, реально. Пропустили только нашу диаспору. Ого, это вход в отельчик, ничего так себе, слушайте. Я думала, такой отель так себе. Никогда на него внимания не обращала. Ну, Наташ, мы еще в этом отеле, этот отель мы еще обзорочку не делали. Ну, заодно отель посмотрим. Вот игроки Эляйна. Эляйн, мабрук, мабрук. И вот он, самый лучший тренер! Браво, Сергей Ребров! Спасибо вам большое за эти эмоции сегодня, Сергей, за этот суперфлаг. Дякую, что вы его принесли. Что, идемте сфотографируемся? Конечно. Вот так вот. Ребров живой, он существует, и можно с ним сфоткаться. Вообще прикольно. Это тут наша диаспора. Ты підходь. Та підходь, підходь, підходь. Давай, ти підходь. Іди бере, Флора. Іди бере. Ти береш?
давай, давай. А еще можно, Сергей, пожалуйста? Наташа, давай. Спасибо большое. Давайте, давайте. Фоткаемся? Да. Фоткаемся. Давайте найдем фотку. Я не знал, что вы не понимаете. Что вы себе не представляете. Телефоны, будь ласка, опустили все. Доброе. Наши все фотографируются. Сергей никому не отказывает. Вообще классно. Можно сфотографироваться с настоящим нашим живым, живым чемпионом Сергеем Ребровым. Это очень круто. До побачення. Спасибо за клёву игру. Вот так нас поздравляют, что Украина выиграла, местные ребята. У Глеба автограф берут, наверное, перепутали его с футболистом. Ну, тоже ничего, прикольно. Глеб, давай, давай, автограф, что ты? Давай. Елен, чемпион! Ukraine the best! Вот так вот, да. Елен, чемпион, и Украина лучшая. Вот такое видео сегодня прикольное получилось. Увидели Сергея Реброва, поболели за Элянь, порадовались выигрышу и чемпионству. Смотрите, подписывайтесь. Всем счастливо, всем пока.